А в США сорван самый крупный джекпот за всю историю американской лотереи. Трое жителей штатов Калифорния, Флорида и Теннесси поделят между собой $1,5 миллиарда. Лотерея Powerball проводится в 44 штатах. Цена за билет – $2. Организаторы лотереи посоветовали победителям сохранить анонимность. Счастливчики получат по $500 миллионов. При этом каждый из них может забрать свой выигрыш в течение 30 лет, либо сразу, но с вычетом всех налогов. В таком случае выигрыш сократится практически вдвое, составит порядка $250 миллионов каждому, что, в принципе, тоже неплохо.